Янсенс. Ну вот, видимо, сегодня и Янсенса в игре, и Хлопотова. Все новички на льду. Будем давать сегодня наблюдать, что будут показывать эти парни. Четвертое звено. Ну вот сегодня отличный момент. И шайба в ворота. Шайба в ворота. Счет открыт. 2 минуты 40 секунд позади. И у нас уже... А вот как раз таки четвертое звено, про которое я и хотел сказать. 18:49 и 33 должен быть Валицкий, да. Валицкий, Ионин и Кузнецов. Вот здесь пара защитников, по-моему, другая была. Лукин и Горбачев. Валицкий, передача. Кузнецов. Антон и арбитры матча. И на линии Денис Галимов и Павел Зинец. Они сегодня следят за тем, чтобы игра была правильной, интересной и в пределах правил. Все по-честному. Бросок. И шайба в воротах. А вот отскочило там, по-моему, подставление клюшки что-то было. И вот так сзади ворота она залетела. За Рейзвиха как-то верхом она прошла, по-моему. Я думаю, что увидим мы с вами сейчас, как это было и как развивался этот момент. Обязательно. Ну вот, ага, чуть я грохота его называю, Хлопотов. Кулда, Лукин, Тарваров, Хлопотов. Хлопотов. Янсен ждет передачи на синий. Приближаются к пятачку. Бросок и шайба! Янсен бросает. А, по-моему, Кулда было подставление. Реализация численного большинства. И вторая шайба в воротах команды Челмет. Да, там было подставление клюшки Эдгарса Кулды. Ну и продолжает литовский хоккеист поход за набранными очками. Статистику мы видели его на экране. Но я думаю, что это не последнее, что мог сказать. ЦРК проводит очень хорошее меньшинство. Играют очень здорово в меньшинстве. Даже бывает, что забрасывают шайбу в ворота. Бросок очень хороший. Рейзвик не стал шайбу прижимать. Отбил ее и оставил в игре уже 45 секунд. Меньшинство. Отличная передача на синюю. Вход в зону. Но передача. 2-1. Может получиться выход. А здесь здорово. Просто обыграли. Обыграли отлично, и ничего здесь у Рейзвиха не получилось. Так что, дорогие друзья, не стоит говорить о том, что Бояркин там пропустил в прошлом матче 3 шайбы из-за него. Проиграли. Нет, конечно, здесь все дело в мастерстве. Оказались в прошлой игре мастеровите игроки Южного Урала. Забросили 4 шайбы в ворота СРРК. Сегодня 2-2. 5,5 минут еще играть. Бросок и шайба на ворота! И еще один! Новичок команды СРРК забрасывает шайбу. Посмотрите, как здорово играет сегодня новое, скажем так, пополнение команды Вадим Хлопотов. Сайба, сайба, сайба. Шайба в воротах! Сайба, что за такое? Шайба в воротах! 3-2. 5,5 минуты. 3 секунды понадобилось. Выиграли вбрасывание, бросили по воротам. Ну а что еще нужно? Что еще нужно для этого? Молодая команда. Ну, посмотрите, какой напор и как здорово играют. Сок.
Не идет шайба в ворота. Янсенс. Лукин. Еще раз бросает и шайба на ворота! 4-2 реализация численного большинства. Лукин забрасывает четвертую шайбу в ворота команды Челмет. Павел Лукин, автор четвертой заброшенной шайбы. В четырех моментах за 23 матча он был ассистентами. И вот сейчас он записывает первую шайбу на свой счет в чемпионате высшей хоккейной лиги для себя в команде Сары Арка. Павел Лукин. 4-2. Продолжать играть. Сары Арка, город Караганда, и Челмет, город Челябинск. Ну что ж, на этом и завершилась домашняя серия.